Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу о рыбе, которая за день отращивает по 20 зубов. На Земле существует рыба, которая теряет по 2 десятка зубов в день и почти сразу же отращивает новые. И это зубастый терпук, достаточно крупная рыба, и размер отдельных особей доходит до 1,5 метров, которая обитает на северо-востоке Тихого океана. Главная особенность рыбы – это зубы, которых у нее очень и очень много. Во рту терпуга есть примерно 500 больших и маленьких иглоподобных зубов. Ученые обратили внимание, что зубы терпугов очень острые, даже у старых особей, которым больше 20 лет. Как же эти грозные океанские хищники поддерживают свои многочисленные зубы в остром виде? Выяснилось, что все дело в регулярной смене зубов. Чтобы это узнать, ученые поймали 20 зубастых терпугов и поместили их в аквариум. В воду добавляли особый красный краситель, окрашивающий зубы рыб. Затем рыб поместили в емкость с обычной водой и затем в аквариум с зеленым красителем. И после этого они стали изучать их зубы. Анализ 10 тысяч зубов, оставшихся от 20 терпугов, показал, что рыбы теряют по 20 зубов в день, но на их месте быстро вырастают новые. Способность быстро выращивать новые острые зубы значительно упрощает выживание этих удивительных рыб. Друзья, а вы слышали про этих рыб? Напишите, пожалуйста, под видео.